Глаголы, заканчивающиеся «найти». Часть первая. Взойти. Взойти на гору. Солнце должно взойти в 5 утра. Семена могут взойти только через год. Взойти на вершину. Взойти на трибуну. Взойти на престол. Взойти по лестнице. Войти. Можно войти? Он хочет войти в совет директоров. Попробуй войти в мое положение. Выйти. Я хочу выйти. Я хочу выйти из группы. Книга должна выйти в следующем году. Выйти замуж. Выйти из моды. Выйти в путь. Выйти из графика. Выйти в финал. Выйти из берегов. Выйти на экраны. Выйти в море. Выйти из строя. Выйти на дорогу. Дойти. Дойти до цели. Письмо должно дойти до адресата. Эта идея никак не может до него дойти. Зайти.
зайти в автобус. Зайти в метро. Зайти в гости. Зайти в лес. Зайти на вечеринку. Зайти в магазин. Зайти на минутку. Зайти на посадку. Зайти в тупик. Зайти навестить. Зайти за другом. Зайти в кафе. Зайти на почту. Найти. Найти клад. Найти кошелек. Найти вора. Найти причину. Найти значение. Найти момент. Найти общий язык. Найти выход из тупика. Найти себя. Найти смерть. Найти управу. Обойти. Правильно, обойти транспорт сзади. Обойти квартиру. Обойти молчанием. Обойти по службе. Обойти закон. Обойти стороной. Обойти в соревнованиях. Обойти с фланга. Обойти кругом. Обойти трудности. Обойти
Магазины. Отойти. Отойти в сторону. Отойти на расстояние. Отойти в вечность. Отойти отдел. Отойти от края. Отойти от перрона. Отойти от правил. Отойти в прошлое. Отойти от гнева. Отойти назад. Отойти от курса. Отойти по делам. Отойти от болезни. Отойти. Антоним. Подойти. Подойти к дому. Подойти к окну. Подойти к людям. Подойти к остановке. Подойти для работы. Подойти по размеру. Подойти не спеша. Подойти в офис. Подойти навстречу. Не подойти по фасону. Подойти помочь. Пока все. Всем спасибо. Продолжение следует.